Вы смотрите видео об отеле Eurostars Zarzuela Park. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Eurostars Zarzuela Park расположен в стране Испания в регионе Мадрид и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 12 километров от аэропорта Мадрид, в Мадрид. Между Мадридом и Аравака, очень близко от ипподрома Сарсуэллы, Реал Клаб Пуэрто де Хайрос, Дель Клаб де Кэмпоу и Национального центра Испанской Королевской Федерации Гольфа. Поблизости находится резиденция королей Испании дворец Сарсуэлла. Красивый отель в спокойной окрестности Мадрида, расположенный в 20 минутах на такси от его центра. До старинного дворца Монклоа можно доехать за 10 минут на рейсовом автобусе. Остановка напротив отеля. Размещение в элегантных номерах в европейском стиле. Хорошо подойдет для романтического отпуска, спокойного отдыха во время экскурсионного тура по Испании. На территории отеля имеется один ресторан El Olivo, один бар, три конференц-зала, один открытый бассейн летний сезон, услуги врача, прачечная, лифты, обслуживание номеров 24 часа, сейф на ресепшн бесплатно, бизнес-центр, Wi-Fi в лобби бесплатно, парковка бесплатна, в номерах есть ТВ-спутниковое телевидение с русскоязычным каналом, центральное кондиционирование, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, Wi-Fi подключение к интернету бесплатно, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из всего 91 номер, стандарт румс, 15-20 квадратных метров, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бассейн. За дополнительную плату имеются теннисные корты. Для детей есть детское меню. Год постройки гостиницы – 2004. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.